объявлен траур на завтра, 10 числа, на территории Красноярского края будут распущены флаги. Предлагаем там в сфере услуг там воздержаться каких-то увеселительных мероприятий. Конечно, 11 человек потерять, женщины ехали, конечно, это большая трагедия. И отдав там рано утром все распоряжения, я все-таки вот выезжал на место, там работает следственная группа, начальник ГУВД там находится, начальник ГАИ края, руководители района и местного муниципального дела полиции. Ну, все службы, все сработали, скорая быстро. Я не знаю фамилии, но мы найдем, и там благодарен водителю автобуса, который шел следом, он фактически быстро помогал оказать помощь и вывез всех, кто ехал в большом автобусе. Они не мерзли, не мокли, достаточно быстро все было сделано. Вот. Но трагедия произошла. Поэтому еще раз сказать всем водителям, будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим, не обгоняйте, где есть какие-то опасности, берегите себя, потому что, ну вот такое столкновение.